На эстетическом рынке есть разные биостимуляторы. И я пользуюсь Радиес и полимолочной кислотой. Раньше я использовал полимолочную кислоту, а сейчас мой выбор – Радиес, потому что он более универсальный. С помощью Радиес можно увеличивать объем, подтягивать, контурировать, можно улучшать качество кожи. Полимолочная кислота – фактически это увеличитель объема. Я использую полимолочную кислоту для глубоких периостальных инъекций, и для таких целей это отличный продукт. У меня несколько раз случались проблемы с узелками, лечить которые достаточно сложно. И, конечно же, есть и повышенный риск формирования гранулемы, если сравнивать с Радиес. То есть в целом полимолочную кислоту можно использовать при более ограниченном наборе показаний. Есть чуть более высокий риск отсроченных осложнений, но также есть преимущество, что ее эффекта очень надолго хватает. Результат может сохраняться до 2, а иногда и более 2 лет. А еще один недостаток полимолочной кислоты в том, что вы планируете с пациентом и ожидаете определенного результата. Через 6 недель он возвращается, и вы оцениваете результат, и иногда пациенты очень недовольны. Сначала все выглядит отлично, потому что полимолочка – это порошок, и его нужно разводить с водой. И, конечно, после введения всей этой воды, всего этого объема, пациенты выглядят отлично, а потом через пару дней происходит всасывание воды, и тогда нам нужно ждать, пока выработается коллаген. Обычно я прошу пациентов вернуться через 6 недель, чтобы оценить результат и сделать еще одну инъекцию, но иногда они ничего не замечают, поэтому чувствуют, что это просто трата денег. А преимущество Радиес в том, что не нужно ждать результата. Кроме случаев, когда речь идет об улучшении качества кожи. И тогда ждать нужно, потому что там дело в активации фибробластов в результате этого процесса. Процесс заживления занимает время. Но поскольку Радиес не только биостимулятор, гидроксиапатит кальция, а также содержит КМЦ, карбоксиметилцеллюлозу, гель. 70% Радиес – это карбоксиметилцеллюлоза, поэтому эффект коррекции моментальный. Если вы идете к врачу за процедурой по красоте, платите эти деньги за процедуру, вы хотите видеть результат уже когда возвращаетесь домой. То есть преимущество Радиес в том, что вы его вводите, результат сразу на 100%. И далее он стабилен со временем. Примерно через 3 месяца постепенно уходит гель карбоксиметилцеллюлозы, а выработка коллагена возмещает объем, что теряется с потерей геля. То есть в целом есть 100% результат. И в этом красота Радиес.